Здравствуйте, с вами Кроманьонец и добро пожаловать на подкаст Крокаст номер 57. Я вас всех приветствую. Знаете, в последнее время вы меня очень сильно заряжаете энергией, потому что вы оставляете положительные отзывы, пишите мне в Телеграме, благодарите, подписывайтесь на Бусти, да, в ноябре прибавилось достаточно подписчиков. Кто еще не подписался, но хочет это сделать, ссылка, как всегда, в описании к этому подкасту на Ютубе. Подписывайтесь, вступайте в закрытый чат, смотрите дополнительный контент. Ноябрь действительно очень продуктивный месяц для моего канала, если сравнивать с другими месяцами этого года. Я все-таки хочу вас поддержать, потому что, так сказать, ядро моей аудитории, я уверен, что борется с зависимостью, и я как-то вам помогаю, раз вы на меня подписались. Хочу, чтобы в этом месяце контент был достаточно приземленный, без шизы. Про декабрь так сказать не могу, потому что каналу будет 4 года. Я хочу сделать что-то интересное, там, где я буду полностью свободный в своем творческом выражении, и, наверное, видео будет достаточно личностное, личного характера. А мы начинаем. А, ну да, кстати, подпишитесь на мой телеграм-канал, пожалуйста. А если слушаете уже в телеграм-канале, то добро пожаловать. Ссылки, как всегда, в описании на ютубе. Сегодня, кстати, я проснулся в поту, как всегда засыпал под мелатонином, и мне снился очень интересный сон. Я нахожусь в своей школе, где я обучался в Ростовской области, средняя школа. И там был военкор. Он гулял, меня заметил и спросил, вручили ли мне повестку. Я сказал, что нет. Он сказал, ну ничего, до тебя еще дело дойдет. И стал очень-очень громко смеяться. Вскоре он ушел. Я задумался. И вдруг, ниоткуда не возьмись, человек в форме одного из украинских батальонов выбегает, стреляет в меня с револьвера прямо в живот. И я просто валяюсь и истекаю кровью. И тут бах, я просыпаюсь, сердце колотится. И потом я просто думал, вещи это сон или нет, но заставило задуматься. Ну а мы переходим к нашим тематикам. А сегодня я хотел бы поговорить о мужской солидарности, одиночестве и чем одиночество отличается от уединения. Потому что мне кажется, люди очень сильно путают эти понятия. Но начну, как всегда, сдалека. Думаю, что ни для кого не секрет, сычи захватили общество, и я сейчас не говорю про обычного обитателя Земли, а про лидеров мнений. Есть, конечно же, профессиональные каналы, которые делают профессиональный контент, это своеобразная пропаганда, ведь деньги для такого контента берутся откуда-то. Но также у нас есть горе-интеллектуалы, на которых, кстати говоря, выросло мое поколение. Это люди, которые обладают очень много желчью внутри себя, они достаточно несчастные люди, пропагандируют ненависть, тем самым привлекая других несчастных людей, а таких большинство, у которых проблемы с финансами, проблемы с отношениями, они, возможно, еще до сих пор живут с мамой, и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, о ком я говорю. И когда человек находится в таком состоянии, ему хочется услышать какие-то оправдания, либо почувствовать себя не таким, как все, а люди, которые говорят против что-то против общества, такое, знаете, уникальное, то, что можно было бы высказать маме в лицо и показать ей, почему с тобой все вот не так, почему ты Джокер в этом мире. В общем, по таким причинам такой контент достаточно привлекателен для большинства людей, но при этом он еще создает такую сансару, бесконечный луп, кружок, который вертится на одной тематике, что ты не такой, как все, и ты смотришь интеллектуальных людей, которые тебе раскрывают глаза, и ты еще больше проникайся этой маргинальной тематикой, отдаляйся от общества, и это, конечно же, создает своеобразную депрессию. И ладно бы там была пропаганда на какое-то учение, да, учение это свет. Нет, это очень обычные, можно сказать, максималистские высказывания, постулаты, и все, они просто очень легко воспринимаются обычным человеком, который не хочет чуть-чуть
подумать. Следовательно, я считаю, что такие люди, как ни крути, внесли свою лепту в такое общество, которое мы сейчас имеем. Одиночество не значит, что вы живете где-то в лесу и находитесь один. Как раз таки в лесу вы, возможно, не будете чувствовать себя одиноко. Одиночество – это когда вы имеете какие-то социальные взаимодействия каждый день, вы ходите в институт, вы ходите на работу, сидите в офисе, но ни с кем вы не имеете никакую значительную связь, ни с кем поговорить, открыть свою душу, у вас нету никакого сообщества, и тогда у вас начинаются различные психологические проблемы. Вы становитесь очень чувствительны к стрессу, повышается тревога, злость, вы начинаете очень сильно негативить, причем вы сами себе выдумываете причины, почему вам стоит злиться на ту или иную причину. Поэтому такие, кстати говоря, люди ищут контент, где кого-то убивают, 18+, топор, видосы, где какой-то человек будет с очень таким вот грозным видом говорить, что вот они виноваты, этот политик виноват, все вот виноваты. Это работает не только у нас и в Америке, начиная с 16 года это особенно распространено, и с такими людьми я имел контакт, это были мои знакомые, которые, даже могу вам привести пример, я приехал к своему другу в Юте, есть, кстати, Кровлок, где мы стреляли с оружия в этом штате, и мы с ним едем на машине, вроде бы разговариваем, и он вдруг включает на телефоне запись, видео в Ютубе, где Black Lives Matter, протесты, кричат на богатых, белых, старых американцев, то, что вы там трэш, вы расисты, нацисты, и при этом он вводит машину, говорит, ну давайте посмотрим, и вот так вот наша вся дорога выглядела. Человек с нами не разговаривает о каких-то насущных проблемах, он просто включает компиляцию видосов, где эти все люди достаточно своеобразные, я, конечно же, ни в коем случае их не поддерживаю, БЛМщиков я имею в виду, это другая радикальность, но где вот эти, короче, люди, этот класс, эта группа совершают достаточно противообщественные вещи. И это был для меня огромный показатель того, что человек постоянно хочет находиться под стимуляцией негативной. Просто сидит и испытывает какую-то такую ненависть. Я, конечно же, сам, если это буду смотреть, буду испытывать негативные эмоции. Я просто этим не занимаюсь, потому что я занят другими делами. Этот человек, кстати, был достаточно одинокий. И когда я уезжал с Юты, последнее, что я ему говорил, это, слушай, ну это еще было до великой операции, которая началась в феврале, я ему говорил, что, слушай, если ты будешь до сих пор чувствовать себя очень одиноким, приезжай в Россиюшку, я буду жить в СПБ, в Петербурге, будешь учить английскому языку, может быть, найдешь себе жену, как минимум мы с тобой будем заниматься всякими веселыми вещами. И знаете что? Его больше нету. Суицид. И он, наверное, уже никогда не приедет сюда. Поэтому вы можете смотреть сколько угодно контента, который будет действительно рациональный. Вы можете думать, что вы в культе Sigma Male, но с одиночеством надо бороться. Хотя бы с теми людьми, с которыми вы общаетесь в чатах, если вы с одного города, я советую встретиться. Также одиночество убивает любой оптимизм, уверенность в себе. При этом одинокий человек, он всегда оправдывает свое одиночество. Как я уже говорил, это либо такое самовосприятие мученика, что ты не такой, как все, либо общество виновато, либо там очень все такое вот опасное, что, конечно же, правда, но раз ты живой, это законы природы, тебя могут убить, ты можешь и дома умереть, поэтому мир вообще не дружелюбен, если подумать так хорошо. Из-за повышенного стресса на протяжении долгого времени могут появиться различные побочки, например, повышенное кровяное давление. Это приводит к проблемам с сердцем,
и тому подобное. Вам, я думаю, такое не нужно, если вы хотите быть продуктивным, саморазвиваться. Тут, конечно же, хочется напомнить, что есть люди, которым действительно одиночество по кайфу. Вот действительно по кайфу. Но я бы не назвал это одиночеством, я бы назвал бы это уединением. И я иногда хочу быть наедине с собой. Это помогает творческим началам креативить, думать, размышлять. Тот самый период, когда ты сознательно хочешь уединиться для того, чтобы заниматься активными вещами. Не потреблять говноконтент, который ни к чему не приведет, который делает из тебя только больше зомби, который высасывает из тебя твою душу. Не для этого. Для того, чтобы познать себя. А это активное действие. Это не функция коммуниканта, который будет поглощать себя информацию и потом распространять ее где-нибудь в чатиках, спорить с человеком, которого ты никогда не увидишь. Я вообще считаю, что многие онлайн-сообщества это достаточно, чтобы никого не обидеть, потому что я сам создал онлайн-сообщество, но это печальное место. И люди, которые действительно хотят уже куда-то дальше двигаться, которые побороли зависимость, у которых жизнь налаживается, они с этого сообщества выходят. И если им повезет, они, конечно же, себе находят еще друзей, с которыми они потом отдельно поддерживают контакт. Я вот, например, хочу уединиться, когда у меня появляется идея в голове. Я действительно хочу, например, сделать видео, либо написать что-то, просто развить свой мозг. Это круто, это никак на тебя не влияет отрицательно. Плюс, если ты действительно что-то сможешь завершить, что-то, чего ты хотел сделать уже на протяжении долгого времени, у тебя в конце будет вознаграждение в виде дофамина и дистресса. То есть, наоборот, ты будешь себя хорошо чувствовать. Когда ты себя хорошо чувствуешь, скорее всего, если еще не поздно, ты захочешь еще пройтись по улице, может встретить кого-то. Я понимаю, что тут нужно всегда смотреть в контексте обстоятельств, где вы живете. Но тут как раз-таки есть тот самый парадокс. Смотрите, если вы живете где-то в деревне, то, скорее всего, у вас нету очень много информационного шума и нету подсознательного осознания того, что вокруг вас очень много людей. В такой обстановке достаточно легко, наверное, даже вот уединиться и не хотеть контактировать с другими людьми, если у вас нету вот это, знаете, потребности экстраверта. Но если вы в большом городе, хотя бы в миллионнике, да даже 500 тысяч, полмиллиона, то вас окружают люди. И вы, как ни крути, будете ощущать на подсознании. Это такое инстинкт, природное явление, что вы изгой, что у вас нету ни с кем связей. И, как я уже проводил параллель раньше с бабуинами, вы будете чувствовать, что вы в иерархии, где-то там на последних местах, вы никому не нужен, и это будет создавать у вас стресс. Будет повышаться стресс, от этого вы будете страдать. Поэтому в больших городах действительно лучше найти для себя какое-то сообщество. Либо, если ваш друг хочет переехать в большой город, к примеру, вы сделали внутреннюю миграцию, переехали с города Мурманск в Санкт-Петербург, у вас там есть друг, который тоже хотел приехать, лучше попытаться его перетащить в этот город тоже, помочь ему, если у него у самого не получается. Короче, надо всегда держаться вместе. И тема той же мужской солидарности, это, наверное, очень обширная тематика, о которой стоит сделать отдельное видео. Мужская солидарность — это то, что нам нужно развивать. Люди этого не понимают, потому что сейчас мужчина обычно хочет себе найти женщину, в которой он будет видеть и друга, и мать будущего его ребенка, либо не мать, просто подругу. Это неправильно, я считаю. Должны быть друзья, должна быть женщина, и это совершенно разные вещи. Кстати говоря, это тема еще и гармонии. Ведь человек счастливый, он должен жить в гармонии со всеми окружающими его вещами. И любить он должен тоже всех, кого он знает, с кем он контактирует. То есть у вас должно быть настолько хорошо развито
внутреннее состояние, что у вас достаточно любви внутри, чтобы ее распространять на всех. Если вы будете фокусироваться, например, только на женщине, это путь в никуда, это путь к саморазрушению. Я думаю, что люди, которые по уши были влюблены в одного человека и больше не замечали ничего вокруг него, знают, о чем я говорю. Это всегда приводит к большой беде, к большому потрясению. Но об этом тоже, наверное, мы будем разговаривать в другом подкасте, либо видеоролике. Но самая большая проблема, эта проблема еще началась в Японии в 80-х, когда появились отаку, это когда человек создает иллюзию социального взаимодействия через интернет. Во всяких двачах, форчанах, эйчанах, чатиках в Телеграме он переписывается с кем-то, обменивается информацией, тратит свою психологическую энергию на то, чтобы с кем-то поспорить. Опять это желчь, да, как обычно. Почему вот люди постоянно срутся в форумах? Надо задуматься об этом тоже. Так еще и постоянные просмотры различных личностей, что создает невзначай парасоциальные отношения. Когда вы думаете, что вы вот этого человека уже знаете, ведь вы смотрите его год, он постоянно как-то показывает свою жизнь, влоги делает. Вот, например, я даже это на себе заметил, только со стороны блогера, да. То есть люди из-за того, что я там, например, покажу какую-то одну сцену из своей жизни, думают, что вот я именно так живу. Или там у него нет девушки, потому что он никогда не показывает девушку свою в своих роликах или не говорит о ней. И да, на данный момент у меня нету девушки, но она была у меня, точнее у меня было даже несколько, пока я вел этот канал, но я редко о них говорил, я вообще считаю, что личная жизнь это личная жизнь, и как-то гордиться, рассказывать про нее, если это как-то не поможет никому, не даст совета, не стоит показывать людей, которые не ассоциируются с твоим делом напрямую. Короче, думаю, вы поняли, создается какой-то определенный образ, хотя я просто, например, человек, который рефлексирует. На самом деле, весь мой канал — это рефлексия, я имею такую цель, чтобы сделать этот канал более творческий, и надеюсь, это кому-то будет нравиться. Тематика воздержания просто помогла мне хотя бы какую-то аудиторию набрать. Но я, наверное, зависим от тех же подкастов, я действительно... Когда их записываю, вот сейчас вот я записываю вам подкаст, у меня весь мозг переходит в такой поток, время очень быстро пролетает, и это, конечно же, круто. Но я чуть не забыл. Я хочу, чтобы вы написали в комментарии к этому подкасту такую вот вещь. Я заметил, что если думать о прошлом, вспоминать какие-то счастливые моменты, а я хочу подметить, что редко люди оглядываются на счастливые моменты в своей жизни. Действительно, нам не нужно находить ответов, почему мы были счастливы в тот или иной период. Нам обычно хочется подумать, почему жизнь стала у нас такая, какая она стала, да, когда мы в тупике, когда мы на днище. Мы начинаем анализировать все свои шаги и фокусироваться на ошибках, думая, что если мы не будем их больше повторять, жизнь станет лучше, мы придем, может быть, к какому-то абсолютному счастью, которого не существует. Существует только, на мой взгляд, это умиротворение и гармония. Значит, находясь в поисках счастливых моментов, я вот заметил одну вещь, что да, я могу напрячься и вспомнить, как я впервые колесил по штату Юта. Видел эту всю красоту природную, пустыню, закаты, один когда колесил. Но это как-то, честно говоря, даже не приходит на мой ум. Это должна быть какая-то ассоциация, которая триггерится по какой-то причине. Например, я смотрю сериал «Во все тяжкие», либо «Лучше звонить Солу», потому что там весь этот пейзаж очень похож с тем, что происходит в Юте. Да, я и в Нью-Мексико был, и в Аризоне был, это все примерно одна и та же климатическая зона. Но что действительно вызывает у меня приятные ощущения, то, что я вспоминаю с теплым чувством ностальгии, это моменты, которые я разделил с другим человеком. Будь то моя бывшая девушка, будь то мой друг, когда я вспоминаю эти моменты, такое ощущение, что я их пережил вчера. Это действительно... замечательные фрагменты из моей жизни, о которых я
буду, наверное, помнить до конца. Знаете, до конца. До экзистенциального конца. И напишите в комментариях, разве у вас не так же? Я вот спрашивал у своих друзей. Ты бываешь, вспоминаешь совершенно какой-то обычный день, вечер, как вы гуляли с пацанами, с друзьями, у себя во дворе, пили Dr. Pepper, кушали Haribo, разговаривали. И в этом действительно ощущается какое-то особое счастье. Но если я вспомню достаточно индивидуальные мои достижения, то да, но даже мои достижения, возьмем то же самое какое-нибудь успешное мое видео, где мне писали отзывы, это тоже как-то все равно коллективистские вещи. Ну и то, это не сравнится с пацанами, гаражами, доктором Пеппером и мишками Гамми, либо там первым поцелуем. Короче говоря, вы поняли, да, когда ты разделяешь момент с тем или иным человеком. Когда я, например, там себе что-то покупал, добивался, там, переезжал в квартиру получше, это, конечно, классно, но это, наверное, не будет приходить мне сразу же в голову, когда я хочу поностальгировать. Вот как раз сегодня я слушал подкаст с таким нейросайентистом Эндрю Хаберман. И он как раз таки говорил, что когда вы делите момент с кем-то, выделяется больше дофамина, выделяется больше гормонов. И это действительно так, в моем понимании. И я надеюсь, что у каждого человека будет такой друг, либо девушка, с которой можно разделить этот самый момент. Конечно, печально осознавать, что с возрастом таких людей все сложнее найти. Таких людей сдерживать вокруг себя очень сложно, когда ты становишься старше, когда появляется работа, когда появляется ответственность, обязанности. Но мы тут все идеалисты и пытаемся как-то устроить свою жизнь так, чтобы она приносила как можно больше гармонии, уюта. Я тоже не пытаюсь жить в каких-то розовых очках. Я многих людей отпускал. Но это делать не так сложно, когда ты достаточно плотно стоишь на этой земле, когда ты знаешь, что у тебя есть ремесло, когда ты достаточно развитый человек, у тебя есть стержень, у тебя есть воля. Это действительно не делает из тебя такого жесткого максималиста. Да, если это лучший друг, которому ты доверился и тебя предают, скорее всего, при любых обстоятельствах, каким бы ты ни был классным человеком, душевным, с глубокой вот этой душой, все равно будет неприятно, и таких людей отпускать действительно сложно. Но, в общем, это не так несчастно для тебя происходит, как это могло быть, если ты очень нестабильный человек. Отсюда же вытекает мысль, что чувствовать себя умиротворенно наедине с собой не значит, что вам не нужно создавать связи с другими людьми. У вас просто должна быть такая возможность, у вас должно быть достаточно энергии вокруг, чтобы гармонично вписываться в социальное окружение. Даже не вписываться, а просто с ним контактировать, потому что мы живем в социуме. У меня, кстати, было достаточно такое классическое кроманьонское видео, когда я только начинал свой канал, про одиночество. Действительно хорошее, я его даже пересматривал недавно. Про одиночество, по-моему, так и называется, одиночество. Наберите в поиске на моем канале и прослезитесь в ностальгии, каким я раньше был. И там действительно есть хорошая информация. Я помню, что я еще тогда читал книгу Outsiders, взял там некоторую инфу и вставил это видео, особенно в интро. Там про мигрантов из Италии в Америке, почему у них не было инфарктов, когда у всех в Америке, у большого процента населения были действительно инфаркты, прям эпидемия была. Ну и, конечно, не забывайте, что люди вас будут предавать, все-таки вы там пытаетесь что-то построить, возможно, другой человек не имеет достаточно стержня, волю для того, чтобы сохранить отношения, вас будут предавать. Это все, конечно же, включено в план «Социальный сыч». Так что не забывайте об этом, пожалуйста, и меня предают, и я очень много страдал из-за этого, потому что я человек достаточно открытый. Но, а что поделать? Другой путь, он тоже не совсем хороший, как я вам объяснил. Знаете, я начал этот подкаст с того, что меня застрелили.
во сне. Но вечер у меня действительно удался, потому что я пришел с работы, сразу же выбежал, пробежался здесь по Питеру. Уже холодно, минус, морозец, но чувствую себя отлично. Я еще решил, когда прибежал, принять холодный душ. Настолько холодный, что голова так сильно замерзает, что думаю, сейчас тебя вырубят. Но хочу вам напомнить, холодный душ действительно очень имеет много полезного для вас. Во-первых, идет окисление хорошее. Второе, у вас при натуральном разогреве организма после холодного душа, но вы выходите, вам холодно-холодно, а потом, знаете, это вот приятное чувство, что ваш организм разогревается изнутри, прям постепенно становится тепло. И вот этот процесс, он выделяет очень много дофамина. Причем именно вот натуральным образом это выделяется. И для вас это очень полезно. Это понижает в итоге стресс, это вас очень сильно заряжает, если вы это сделаете с утра. И хочу вам просто еще раз напомнить, холодный душ, он действительно работает. В миллион раз лучше, чем кофе и все остальные стимулянты, которые нам рекламируются. Я, кстати, кофе тоже пью, если что. Также это еще один способ получить дофамина с помощью активной позиции, заслужить его. Потому что дофамин, который у вас появляется без усилий, если вы ничего для этого не делаете, ну, знаете, конечно же, вы делаете для того, чтобы получить дофамин через порнографию что-то, да, ищете там какие-то видео, ну, вы поняли, это не усилие совершенно. Дофамин, который достается вам бесплатно, он вас убивает, он разрушает вас. Это действительно происходит, это идет полное разрушение человека. А тот дофамин, который вы заслуженно получаете, наоборот, делает вас сильнее. Вот такой вот парадокс. Наверное, какой-нибудь человек науки просто это объяснит нормально с помощью гормонов, экспериментов, исследований. А я скажу, что это баланс вселенной. То, что достается бесплатно, не имеет хорошего эффекта обычно. Это мой эмпирический опыт даже доказывает. О, кстати, еще про одиночество. А вы знали, что Аристотель считал, что человек, который не задумывается о своем одиночестве, не хочет ничего с этим делать, он животное, а не человек. Точнее, он говорил, он либо животное, либо бог. И я понимаю, что в наше время, где каждый атлант, каждый из нас боженька для себя, и я даже сам, наверное, пропагандирую такое видение, что каждый из нас должен быть себе государство, каждый должен строить из себя такую крепость и быть очень разносторонним, разносторонне развитым, это правда. Но мы все-таки не боги, поэтому пытайтесь сохранять себе человеческую черту, это действительно важно. Ведь не забывайте, что либерально-демократические всякие движения, либералы, они хотят уничтожить человека. Именно понятие человека, прогрессивно-либеральное понятие человека убивает человека и ведет к трансгуманизму. Это не стоит забывать. Поэтому вы себя чувствуете достаточно паршиво, когда вы смотрите постоянно сериальчики, живете по всем канонам, потребляете, думаете, что как классно, комфортно, но при этом у вас депресняк. И при этом какая-то пустота, потому что ваша природа борется с этим, но вы не осознаете, может быть, либо не хотите, либо себя обманываете. А с вами был Кроманьонец. Спасибо, что послушали этот подкаст до конца. Да. Гойда! Гойда!